Лондоне раздали награды The Moet British Independent Film Awards. По традиции, на церемонии отметили самые достойные работы в области британского независимого кино. Триумфатором премии стал научно-фантастический триллер «Из машины», главную женскую роль в котором исполнила Алисия Викандер. А прекрасная Кейт Уинслет получила специальную награду журнала Variety. В британской столице состоялось одно из самых ярких светских событий – ежегодный благотворительный бал, который устраивает певец Ронан Китинг. Усилиями звездных гостей была собрана значительная сумма в фонд исследования онкологических заболеваний. В Лос-Анджелесе прошел традиционный ланч благотворительной организации «Match of Dimes», целью которой является забота о здоровье мам и их детей. Главной героиней мероприятия стала Джессика Альба. Она получила награду имени Грейс Келли из рук звездного стилиста и дизайнера Рэйчел Зоуи. Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями во второй раз. Звезда реалити-шоу родила сына, которого называли Сейнт, что в переводе с английского означает «святой». Несмотря на то, что ребенок появился на свет чуть раньше запланированного срока, мама и малыш чувствуют себя хорошо. В Лос-Анджелесе прогремела вечеринка по случаю 20-летия премии GQ «Человек года». По традиции на красной ковровой дорожке собрались знаменитые представители сильной половины человечества, которые проявили себя в разных сферах. И самые сексуальные девушки, по версии издания.